Asling kabi ko'rasling kabi ko'ringaning kabi bo'lmaganing kabi bo'lmas. Radio Filadelfiya to'lqinlarida O'zbekistonliklar hamdo'stligi jamoasidan sarbon dasturi. Loyihamizga xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum, muhtaram muxlislar. 2019-yilning 14-iyun kuni juma, Amerika Qo'shma Shtatlarining birinchi poytaxti Filadelfiyada soat kunduz 1:09 o'tdi. Toshkentda, Samarqandda, Buxoroda, Xivada va O'zbekistonning barcha hududlarida oqshom 10:00. Shunday ekan, Radio Filadelfiya 165 FM to'lqinida katta Filadelfiya o'zbekistonliklari hamdo'stligining sarbon dasturi. Добрый день, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня 14 июня, пятница, в первой столице Соединенных Штатов, Филадельфии, час дня, а в Узбекистане, в городе Нукус, например, 10 часов вечера. На волне радио Филадельфия, 165 FM, очередной выпуск программы «Сарбон», «Сотрудничество Узбекистана с Большой Филадельфией». Мухтарам Мухлисар, следям из таги Белоса, Алока, телефоны, Ракам и Кюзум, Бич, 354-0030. Hozirning o'zida dasturimizni Facebook'dagi Amerika Stan grupasida ishchingiz ham mumkin. Уважаемые слушатели, программа идет в прямом эфире, как обычно, в нашей студии установлен телефон с номером 215-354-0030. Трансляция идет также на Facebook в группе Америка Стан. Мухтарам достар, билясиз, ананамиз бор, Сарбон дастурида ҳомиимиз, адвокат, Бирликдаги Элчи Групп, ширкати сохибаси Ирина Юрдан ташқари, бошқа меҳмонлар ҳам келишади. Бугун мен меҳмонимиз, иммиграцион адвокат Ирина Мазумовна, қутлашдан мамнунман. Дорогие друзья, сегодня в нашей студии в Чёрчвилле после некоторого перерыва владельца компании Ирина Вилл, Law Office и Рубикон Элчи Групп Ирина Вилл, а также, на самом деле, особенный гость. Ровно год назад, 1 июня 2018 года. Прямо здесь мы беседовали с помощником адвоката Франсуа Игорь Мазур, юристом, правоведом Ириной Мазур. А сегодня я с большим удовлетворением представляю вам иммиграционного адвоката Ирину Мазур. Здравствуйте и наши поздравления. Здравствуйте, спасибо. Так, давайте поближе к микрофону, по-моему, вас плохо слышно. Сейчас слышно хорошо? Вот так. Да. Можно поменять микрофон? А ну давай попробуй еще раз. Могу сказать еще раз здравствуйте. Да, все да, нормально. Теперь слышно, конечно. Давайте так, вот целый год прошел. Обычно мы вот такие вопросы задаем, но вот что вы ждете от года? Вот год назад, я не помню, задавал я такой вопрос или нет, вот за этот год у вас произошли вот такие какие-то изменения. Да? Ну, для меня лично, человек, который знает вас, это главное изменение, то, что вот от слова помощника адвоката, юриста, я могу сказать, что вы уже адвокат. Спасибо. Ну да, действительно, как бы год был большой на всякие изменения, потому что так случилось, что все-таки подошла какая-то пора, чтобы пора мне было подумать, все-таки получить свою лицензию, поскольку law school я закончила 10 лет назад, я была юристом в Украине, но просто закончить юридическую школу – это недостаточно в Америке для того, чтобы быть адвокатом, практиковать право, давать людям иммиграционные и другие юридические советы. Поэтому в этом году, да, так получилось, что я получила свою лицензию, очень рада. Ты в Америке закончила лоску? Да, я закончила там лоску. Ну, кроме этого, вы закончили, насколько я знаю, юрфак Львовского в Львове, да, я работала юристом в Украине долгое время, работала на госслужбе, кстати. Потом, 18 лет назад, я переехала сюда и как бы хотела продолжить свою карьеру юристом. Как ощущение адвоката? На самом деле ничего не поменялось особо. Да, и вообще, если честно, у тебя экспириенс огромный, так или иначе. То есть, сколько лет ты занимаешься деятельностью, иммиграционной деятельностью? Ну, я не занималась иммиграционной деятельностью, я работала помощником в офисе иммиграционного адвоката, но, в принципе, сколько лет? Уже 18. Вот, то есть, у нее 18-летний стаж. Да, знаю систему, грубо говоря, как она работает, вот буквально с нуля, как работают все маленькие детали и так дальше. Но в нашем офисе мы не только занимаемся иммиграционным правом, хотя это, я бы сказала, наша специализация, мы также занимаемся семейным правом, Франсуа занимается, мой партнер занимается Trust and Estates, он когда-то тоже работал государственным юристом, работал в Security Exchange Commission, поэтому он очень хорошо разбирается в вопросах бизнеса, в вопросах инвестиций, как бы это более его конек.
Я бы сказала, я адвокат людей. Я люблю работать с людьми, я люблю с ними разговаривать, я люблю их чувствовать. Я не очень такой человек, который любит бизнес, потому что цифры, бизнес и бумаги это требуют определенно другой личности. Я люблю людей, я люблю помогать им, и когда я знаю, что все хорошо, они счастливы, это мне приносит большое удовольствие в жизни и удовольствие от своей работы. Поэтому я много внимания уделяю, как вы знаете, также charitable work. Я работаю над многими вопросами для государственных, точнее, гуманитарных проектов в Украине. Поэтому как бы все это, наверное, просто объясняется тем, что мне нравится помогать людям и видеть их счастливыми. Кстати, в этом смысле хочу заметить, что ты большой патриот своей родины, то есть Украины. И также человек, который работает в аппарате или с аппаратом здесь в США. И это совмещается очень хорошо. То есть с точки зрения Конгресса, с точки зрения продвижения проектов и всеми этими вещами. То есть это как бы можно совместить любовь к родине, любовь к Украине или любовь к Узбекистану, да, и влиться в общество здесь, в Соединенных Штатах, и быть продуктивным человеком в этом обществе с точки зрения политики, с точки зрения charity. То есть благотворительных целей тогда? Абсолютно. Ну, мне кажется, когда ты переезжаешь в новую страну, нужно, во-первых, принять с благодарением эту страну, которая тебя приняла. Я приехала сюда 18 лет назад, я очень счастлива, что эта страна стала моей другой родиной. Я, естественно, помню Украину, я очень о ней забочусь, я ее очень люблю. Но я считаю, что когда человек переезжает, эмигрирует, он должен принять правила игры, стиль той страны, куда он приезжает. Поэтому для меня это очень важно, когда даже новые мигранты приезжают, и они иногда меня спрашивают совета, и я всегда говорю, то есть вы приехали в страну, которая вас приняла. Поэтому будьте ей благодарны, уважайте ее законы, не нарушайте эти законы, живите, как говорится, наслаждайтесь тем, что эта страна вам дает. Но тем не менее, помните о своих истоках, помните о том, откуда пришли ваши родители, какая страна вас родила, что она вам дала, помните свой язык, свою культуру, уважайте других людей. Поэтому, наверное, это такой вот симбиоз, который... Я согласна, да. Который именно дает... так это... Это достаточно хороший пример симбиоза, так сказать. Да, я хотела, кстати... Прежде мы перейдем, скажем так, к более серьезным вопросам, вот, наверное, была бы у меня возможность, два адвоката, две Иры, наверное, между ними нужно было сесть. Так, пожалуйста, тогда бы сегодня мы снимали вас тоже, и вы бы не прятались. Я стороны. Не прячусь, я не могу просто... Ну, Бахадыр, загадайте желание, вы как-то все-таки сидите между нами. Да, все-таки так. Я уже загадал. Так или иначе, да. Но прежде чем, как говорится, мы перейдем к другим вопросам, вот есть такая интернета, с интернета цитата. Адвокаты делятся на две категории. Одни хорошо знают закон, другие хорошо знают судью. Вот хотел узнать. Я думаю, что это может быть смежным. То есть самые хорошие адвокаты знают и то, и другое. Абсолютно. Я так понимаю. И если достаточно часто практиковать, то, наверное, перед судьей ты выступаешь достаточно часто и также знаешь закон. То есть это как бы, я думаю, с интернета, но, наверное, более русское определение, чем американское, если честно. А вот мне оно немножко режет слух, потому что я уже отсюда. Просто вы сейчас пытаетесь, как сейчас пытаются и в России, хотите сказать, что интернет бывает русским, американским. Нет, я просто с интернетом. Но я пытаюсь сказать, что система может быть, к сожалению, коррумпированной или менее коррумпированной. Конечно, люди, они похожи везде, с этим я согласна, и что коррупция существует везде. Вот недавно в Саутгемптоне арестовали судью, который когда-то очень давно приходил к нам домой, когда у Володи был тикет. Стучал в дверь и говорил, эй, ты тикет не заплатил. Много-много лет тому назад. Я его узнала в лицо. Оказалось, что после некоторого времени, будучи как с тобой, в тревозе. Он работал там, потом он перешел на Small Claims Court и там взял какие-то взятки, что-то там какие-то 100, 200, 300, 400 тысяч долларов его посадили, он сейчас будет сидеть 4 года. Такое бывает иногда. Но в Америке это бывает реже, об этом все пишут, это освещается, и это не нормально. А исходя из цитаты с интернета,
знаний судьи этому придается какое-то другое значение. И в той стране, где это нормально, вот для меня это не нормально. Вы знаете, я от себя тоже хочу добавить, конечно, если можно. Дело в том, что на самом деле надо знать судью. Каждый адвокат должен знать, перед кем он ведет дело. Потому что у каждого судьи все-таки есть свой определенный стиль. То есть как они ведут дела, абсолютно как они точно любят подход. Да. И каждый адвокат должен, когда идет к определенному судье, знать, окей, этот судья, к примеру, любит, чтобы все было приготовлено четко, абсолютно... все ясно и так дальше. Я когда иногда я с моим партнером, сейчас уже с моим мужем, сейчас с партнером приходила иногда в суд и наблюдала. Я очень часто вижу, когда адвокаты приходят совершенно неподготовленные. Иногда судья спрашивает их обычные вопросы. Сколько у вашего клиента детей? Адвокат поворачивается и говорит, сколько у тебя детей? Ну, на самом деле для меня, даже как для помощника адвоката, было шоком видеть такую ситуацию, когда адвокат идет и даже не знает базовую картину о том, кто клиент, что клиент бы хотел получить, какие у клиента проблемы и так дальше. То есть это видно как бы настолько сразу. И, естественно, судья видит, что адвокат не готов. То есть, наверное, для меня лично было бы стыдно прийти и сказать перед судьей, что я не знаю, какая ситуация у моего клиента, сколько у него детей или сколько у него, есть ли жена или дети, или какие-то родственники. То есть базовое понятие. Точно так же есть судьи, которые, когда вот адвокаты уже практикуют, можно уже знать, что этот судья, к примеру, будет хотеть на следующее заседание иметь такие-такие-такие-то документы. То есть, естественно, это помогает сэкономить время для клиента, помогает подготовить клиента, помогает распланировать время, а не просто прийти в суд, взять определенную оплату за суд, сказать «здравствуйте, до свидания» и переназначить другой суд. То есть тут важно знать, кто твой судья, что судья требует, какие у судьи требования. Есть судьи, которые двигаются через процесс очень быстро, то есть молниеносно. Ты должен знать абсолютно каждую деталь в деле. Есть судьи, которые очень детальные, которые будут придавать значение каждой детали. Нужно быть очень терпеливым судьей, потому что ни в коем случае нельзя показывать свой характер, какой, насколько ты, как у нас говорят, крутой адвокат. То есть нужно знать свое место, нужно знать свое место в процессе, нужно знать, что в первую очередь это не для того, чтобы показать, насколько ты крутой человек или крутой юрист, а как это обернется в интересах твоего клиента. Опять же, это все вопросы баланса, это вопросы даже, я бы сказала, чисто человеческого, психологического восприятия всех сторон в процессе. Ну, мы всегда должны помнить, что судья – это главный человек, который все-таки в деле, которому нужно уделить надлежащее внимание, но не забывая при этом прав своих клиентов, не забывая при этом уважения к представителям другой стороны и так дальше. И, конечно, чем чаще ты перед определенным судьей, тем лучше он тебя знает. Абсолютно. И вот недавно мой знакомый позавчера вошел в суд, и он ему говорит, здравствуй, такой-то, такой-то. А потом противоположная сторона подошла, он говорит, извините, пожалуйста, а как вас зовут? То есть сразу, нельзя сказать, что это предвзятость, но во всяком случае, это человек, которого он привык перед собой видеть. Он понимает, что он человек серьезный, он много перед ним практикуется. Он понимает, что он словно ветер не бросает, и что и у него есть определенный уже как бы, он достаточно выиграл дел, и у него уже определенный есть вид перед этим. Да, судятся, да. Когда адвокаты приходят подготовленные и собранные. Да. Так, уважаемые слушатели, я просто хочу напомнить, если кто-то сейчас только к нам подключился, присоединился, гость нашей программы, адвокат Ирина Мазур. Кстати, вы офис не поменяли? А пока еще нет. Новость большая, что мы купили офис, пока мы сейчас там делаем ремонт, но пока мы сейчас в старом помещении. Пока можете с ней связаться по адресу 2 Park Lane, Fisterville, почтовый индекс 19053, телефоны 215-636-0993 и 215-364-1200. Да, по последнему телефону отвечает русскоязычная секретарь, поэтому можно всегда задать какие-либо вопросы или назначить оплату. Хорошо. И название фирмы, наверное, сейчас поменяется, да? Сейчас это еще офис Франсуа Игорь Мазур, но, скорее всего, да, это будет FIM, FIM, как наши инициалы, FIM Law Group. Мы как бы думаем сейчас, что лучше будет звучать? Мазур, может быть. Может быть. Скорее. Смотрите, я просто хочу, вот, вы целый год об этом говорить, давайте иммиграционным вопросом. Вот такой вопрос, ну, на самом деле, можем ли мы сейчас поговорить о том, как-то обрисовать
изменения, которые произошли в миграционном законодательстве за последний год. Да, их да. было очень много. Конечно. Вот тенденции, да, про тенденции. Ну, давайте скажем так, кратко, если объяснить, то работать стало намного хуже. Почему? Потому что иммиграционная служба, естественно, отображает политику нашего президента. То есть у президента есть определенные взгляды на иммиграцию, на иммигрантов, и это, опять же, отображается на работе иммиграционной службы. К чему это ведет, что люди ждут свои карточки на работу, свои грин-карты очень долгое время, дела рассматриваются очень долгое время, решения не приходят очень долгое время. К тому времени, когда уже должно прийти решение, уже карточка на работу заканчивается, люди не могут продлить свое разрешение на работу. Естественно, они не могут продлить свое разрешение на вождение, они могут потерять работу, то есть люди нервничают. И вот это вот как бы... ситуация, она постоянно более и более накаляется. И, к сожалению, что самое плохое случилось, я считаю, за последний год, это система InfoPass Appointments, то есть это система, когда вы могли зайти в онлайн и назначить ваш appointment в иммиграционную службу, поговорить с официаром. Это не решало всех проблем, но это решало какие-то мелкие проблемы, когда можно было поставить штамп в паспорт, когда можно было бы сделать какой-то запрос. Сейчас эта система не работает вообще. Во-первых, онлайн сделать appointment невозможно. Когда-то можно было прийти прямо в иммиграционную службу, там были такие автоматы, которые выдавали appointment прямо на месте. Сейчас они заклеены, и невозможно даже получить этого appointment. Приходится звонить, по телефону звонить, естественно, это занимает всегда очень долгое время. То есть в этом плане стало работать тяжело. Это раз. Другое изменение, то, которое вот мы увидели, я общалась также с моими коллегами, которые долгое время работают иммиграционными адвокатами. Это, кстати, почему я хотела сегодня поговорить и предупредить тоже нашу комьюнити, нашу общину о такой вот проблеме. Иногда иммиграционные дела, которые идут по категории воссоединения семьи, они базируются на том, что брак, который заключен с гражданкой или гражданином Америки, он, естественно, заключен по правилам штата, где вступает этот брак. К примеру, у нас в Пенсильвании. Да? Естественно, кто-то был в браке, это означает, что эти люди, у них должен быть на руках определенным образом... быть документ, который подтверждает расторжение брака, то есть это свидетельство о разводе. Очень многие люди из Украины, из России, из Узбекистана, они думают, что, наверное, им вопрос развода будет легче решить в их стране. Они получают развод в их стране, а потом как бы с этим разводом приходят сюда, вступают в брак. То, что мы видели на протяжении последнего года, иммиграционная служба очень резко изменила свое как бы, отношение и начала буквально под микроскопом рассматривать разводы, которые были оформлены не в Соединенных Штатах, которые были оформлены в стране иммигранта, особенно если истец и ответчик в это время не присутствовали в их стране. То есть по такой вот концепции бракоразводного процесса иммиграционная служба считает, что эти разводы, как бы называются proxy divorce, так? То есть это разводы, где стороны не принимали участие, или иногда этот развод был получен с целью, чтобы не уведомить другую сторону, то есть ответчика, о том, что развод имеет силу, имеет место. Поэтому все дела, вот у нас есть дела из Украины, из Грузии, из Кыргызстана, из Узбекистана есть, все эти дела, у них всегда были запросы о объяснении, как был получен развод, просили даже иногда копии документов, доверенности, кому была выдана доверенность, кто из сторон присутствовал. Поэтому к чему это все веду? Что все-таки люди всегда платят определенную сумму денег от юристам в своих странах за развод. На самом деле сделать развод в Пенсильвании не так сложно. Достаточно простой процесс. Достаточно, я бы сказала, что сумму, которую вот я слышу, наши клиенты платили там, это точно такая же сумма, которую они бы заплатили тут за развод. Без присутствия с другой стороны? Ну, на самом деле в Пенсильвании можно развестись без согласия с другой стороны, если люди проживают один или два года уже раздельно, да, нужно просто сделать то, что называется сервис ответчику, то есть уведомить ответчика надлежащим образом о том, что развод подан, но согласие другой стороны не требуется. Таким образом люди получают абсолютно нормальный документ, выданный судом в Пенсильвании, который никогда не пойдет под... какое-либо сомнение иммиграционной службы. Поэтому я бы вот хотела всем посоветовать, если кто-то сейчас планирует вступать в брак, и еще находится в прежнем браке, который нужно расторгнуть, я бы не советовала делать такие процессы
в их странах, особенно если бывший супруг там не находится или невозможно будет подтвердить, каково было присутствие сторон. Потому что вот очень, кстати, интересный момент в Грузии, вот когда Саакашвили пришел к власти, они же все сделали там очень так достаточно модно и красиво, у них возможен брак, точнее развод, если нет спора между сторон, своего рода как бы по, то, что называется, Skype divorce. Угу. Что это означает? Что вы даете доверенность человеку в Грузии, человек идет в Justice House, в дом юстиции, тогда работник из дома юстиции звонит по скайпу двоим супругам, подтверждает, что действительно эти супруги, что действительно они знают, что происходит развод, развод находится в процессе, и таким образом свидетельство о разводе выдается буквально там через несколько дней. Этот процесс, он легальный процесс, он абсолютно указан на сайте. У нас было, кстати, подтверждение из... Этот развод, он апостилизирован. То есть он подтвержден всеми надлежащими документами. У нас было даже подтверждение из консульства, из Грузии, что действительно этот процесс, он абсолютно легальный в стране. Но вот иммиграционная служба сказала, что да, мы верим, что в Грузии этот развод абсолютно легальный, но мы не уверены, что этот развод будет легальным по законам Пенсильвании. То есть таким образом как бы всегда находятся какие-то моменты, нюансы. Поэтому я бы не рекомендовала сейчас людям вот идти этим путем. Я бы сказала, что достаточно просто сделать развод в Пенсильвании. Обращайтесь к юристам, которыми за этим занимаются. Мы иногда занимаемся такими вещами, к нам, когда мы не занимаемся изначально этими вещами. Но ко мне часто приходят люди, которые, допустим, покупали, продавали дом, оформляли, делали real estate closing через нас. И говорят, слушай, вот мне сейчас нужно развестись. Я говорю, ребята, если вы будете это делать в Филадельфии, это вам будет стоить очень дорого. Да. Если вы это будете делать, где-то в Поконос, по обоюдному согласию, это стоит вообще очень дешево. Ну, я сейчас даже скажу более детально. Смотрите, если подавать документы на развод в Филадельфия каунти, Бакс каунти, Монтгомери каунти, все судебные сборы будут стоить по $400. То есть сначала идет изначальный сбор, потом идет сбор, когда уже документы подаются. Для сравнения, все сборы в Элкс каунти или Кэмерон каунти стоят все вместе, по-моему, $120. То есть есть большая разница, когда люди смогут сэкономить, но в этом случае не должно быть споров между супругами. Да. То есть мы делаем именно в Кэмерон каунти, это стоит достаточно дешево, включительно 106, но с нашими юридическими еще кое-что. Но в принципе очень мало денег. То есть то, что мы берем за весь развод, включая юридический, это сходится к тем издержкам судебным, которые берут в Бакс каунти, в Филадельфии подавно. Да. Мы это не делаем поточно, мы это делаем знакомым, но в принципе делаем. Окей. Ну, мы тоже занимаемся этими вопросами, поэтому, пожалуйста, мы только... Побочно так занимаемся, да. Мы ведем. Но имеется в виду, что мы тоже ведем, но мы ведем в том случае, если кто-то из клиентов просит. Неважно. Смысл таков, что да, сейчас лучше это делать только в Пенсильвании или в штате, где находится человек, где есть jurisdiction venue, но ни в коем случае не в стране, откуда люди... Понятно. Вот я знаю, что... будем так говорить, методов легализоваться, да, или путей легализоваться в Соединенных Штатах, их буквально несколько, да, можно посчитать. Какова вот у вас сегодня ситуация? Каких больше дел или каких-то этих больше? Там, вот, у нас очень много, кстати, невест и женихов, очень много. То есть все-таки, наверное, ребята, когда выбирают мужа или жену, наверное, они хотят выбрать из своей культуры, из своего как бы такого, из чего-то родного. Поэтому очень много у нас, но тем более, что сам процесс, когда документы проходят, ну или по восстановлению семьи через национальный визовый центр или через консульский процесс, сейчас уже процесс делается все это электронно, поэтому не каждый человек может это сделать сам. Как бы, естественно, у нас очень много клиентов из этой категории. Много у нас, я бы сказала, дел по браку, то есть когда люди женятся, тут легализируются или легализируют родителей. Много у нас дел silent cases, все-таки когда люди подают на убежище из определенных стран, то есть там, где все-таки права... Каков примерный процент сейчас, без индивидуальных каких-то фактов, какой примерный процент разрешают asylum на первой инстанции?
достаточно сложно получить. Я объясню почему. Потому что уже очень хорошо иммиграционный офис, который занимается такими делами, уже очень хорошо знает, какая ситуация, что где происходит, в какой стране и так дальше. И действительно, я даже была свидетелем того, когда к нам в офис приходили люди и говорили, пожалуйста, подайте нам документы только для того, чтобы мы могли получить право на работу. Ну, мы никогда не брали такие дела, но я знаю, что такие дела просто все систему наводняли. И, к сожалению, это... К сожалению, это так достаточно сделало, ну, я бы сказала, ситуацию не очень хорошую для других заявителей, у которых действительно есть проблемы в их странах, где они были преследованы, где у них были проблемы. Ну, наверное, из всех стран я бы сказала, что все-таки в России сейчас больше всего, вот где действительно нарушаются права человека, особенно вот по религиозной линии, по линии людей с нетрадиционной ориентацией. Поэтому все-таки там мы все знаем, какая ситуация, где, в какой стране. То есть самое главное, чтобы я всегда говорю людям, никогда ничего не выдумывайте. Вы собираетесь жить в этой стране, не надо начинать свою жизнь со лжи. Это номер один. Они когда приезжали в 90-х, они приходили ко мне, то есть это было очень давно. Тогда я немножко занималась иммиграционными делами. И говорили, составь мне легенду. Да, легенда. И они говорили о какой-то легенде. Но вот легенда уже сразу негативная коннотация, правильно? Конечно. То есть придумай мне что-то. Вот, ну, понимаете как, я понимаю людей, они приехали, в то время они приезжали из страны, где нужно было постоянно что-то придумывать, выкручиваться. Да. Но приехали они в другую страну, в страну, в которой они хотят жить, и страны, в которой они не хотели жить. Поэтому не надо, во-первых, сюда переселять вот это вот менталити, то есть вот это отношение, что давайте будем что-то выдумывать, придумывать и так дальше. Наверное, скорее всего, в большинстве случаев, перед тем, когда переселяться в какую-то страну, нужно подумать, какие у меня там основания остаться, что я могу сделать, а не просто куда-то ехать наобум и потом решать. С другой стороны, люди, у которых действительно проблема, которые бегут, которым угрожает опасность, которые бегут, чтобы спасти свою жизнь, или у которых есть большие проблемы, да, естественно, что. Ну, тогда у них не должно быть проблем объяснить эти проблемы, что им угрожает в их стране, потому что на самом деле кредит доверия изначально дается очень высокий. То есть человек должен доказать и убедить, что у него было и как это было. Но никто не требует прям подтверждения каждого факта на бумажке, потому что когда идет собеседование на asylum, на убежище, очень большой фактор уделяется то, что называется credibility, то есть можно ли этому человеку верить, правдив ли этот человек, говорит ли он правду, искренен ли этот человек, то есть действительно что-то у него в жизни вот произошло такое, где... То есть они все немножко психологи. Абсолютно. Мне, ну, конечно, что, наверное... Тем более сейчас, если сравнить 15 лет назад и сейчас, те офицеры, которые работают сейчас в иммиграционном офисе, ну, я бы сказала, они на порядок выше, чем те, которые работали 15 лет назад, потому что я никогда лично не забуду дело, в котором я была еще тогда переводчиком, мой муж был адвокатом, а когда приехала женщина из страны, из Малой Азии, она была русская, и муж ее был русский, и, к сожалению, у них были проблемы с... представителями титульной нации, и ее мужа просто изначально там избивали несколько раз, забирали бизнес, а потом его убили, жестоко убили очень, она его нашла, естественно, она любым путем с ребенком маленьким переехала сюда. И я никогда не забуду это интервью, когда я смотрела на офицера, которому было абсолютно чуждо ее горе, горе молодой женщины, которой убили мужа. Я абсолютно была уверена, что это правдивая история, и... все, что она рассказывала, и как она говорила, и так дальше. И то есть для меня было просто очень странно видеть его настолько бесчеловечную реакцию. И мы потом это дело апеллировали, потому что... Не апеллировали, а продолжали в суде, потому что, когда она пришла забрать свое решение, то, грубо говоря, суть решения была такая, что вы не довели, что вашей жизни и здоровью угрожает действительно опасность, потому что все, что с вами произошло, имеется в виду убийство мужа и все, что происходило с их семьей, это было недостаточно большой проблемой в ее жизни. Да, и для меня 15 лет назад, то есть еще молодого иммигранта в этой стране, это было как-то так достаточно большим шоком. И я никогда не могу забыть это дело, когда я, переводя, чувствовала ее боль, а
человек, с которым, который проводил собеседование, ему было абсолютно, он был абсолютно чужд, даже на чисто человеческом уровне ему была абсолютно чужда ее проблема. То есть как-то для меня это запомнилось очень сильно. Сейчас это рассматривается немножко иначе. Ну, сейчас они более профессионально рассматривают. Во-первых, как происходит само собеседование. Во-вторых, как оформлено само собеседование. Естественно, есть разные офицеры, есть разные люди. Все это зависит от того, кто, что, грубо говоря, съел на завтрак. Но я бы сказала, что подход более профессиональный. И заявителю дают сказать то, что заявитель хотел бы сказать. Дают возможность сказать свою историю, показать свои документы, доказать то, почему заявитель просит убежище. Вопрос совершенно другой, даже не связанный с убежищем. У меня недавно был наш один общий знакомый Бахадырка, и он мне спросил такой вопрос, иммиграционный вопрос. Я хотела бы тебя сегодня спросить. У него есть брат, он находится в Узбекистане. И он... один раз когда-то был в Соединенных Штатах Америки. И вот он в последующие несколько лет пытался опять приехать к брату в гости. И ему отказывают без объяснения. Вот отказывают и отказывают и отказывают. Он уже устал подавать документы. И он не знает, что он хочет приехать посетить. То есть брат уже, наверное, был там. Но он хотел бы его приехать навести семью здесь. Проблема с визами очень, очень большая проблема, потому что в всех наших странах бывшего Советского Союза, к сожалению, процент отказа очень высок. Очень высок. Я знаю, у меня друзья даже в Украине, которые пробуют там получить визы для своих друзей, знакомых. И иногда у них есть чудесная связь со своей страной, так? То есть работа, связи, люди путешествуют по миру, люди получают очень хорошие деньги на работе. То есть не то, что это люди, которые вот посмотрел, может, так точно останется нелегалом, будут зарабатывать на стройке. Нет, это видно, что у человека есть связи, и человек уже, если бы хотел остаться в какой-то другой стране, то уже остался бы, получает отказы. Почему? Потому что, ну, во-первых, опять же, политика такая, потому что процент тех людей, которые остаются из этих стран, очень все-таки высок. Да. Вот, поэтому сейчас, в принципе, не требуется приглашение, но если приглашение существует, к примеру, там, от родственника, которая показывает, что у них есть, может быть, медицинская страховка или еще что-то, которое будет гарантировать на время пребывания этого иммигранта, обязательно должен быть билет две стороны. С одной стороны, консульство говорит, не покупайте билеты, не покупайте. Можно сделать резервацию, можно показать, что мы планируем. Очень важно показать, что у человека есть связи в стране, то есть это наличие маленьких детей, наличие мужа или жены, наличие работы, наличие каких-то финансов, наличие какой-то недвижимости и так дальше. Естественно, поездки в другие страны, в страны мира и так дальше, тоже они помогают. Но опять же, это не гарантия. Это вопрос, наверное, как кому повезет. То есть заставить их ответить, почему, невозможно? На самом деле нет. В некоторых случаях, вот у нас был, опять же, случай, у нас произошел такой несчастный случай в нашей общине украинской. В одном из штатов муж убил свою молодую жену, которая была родом из Украины, у них осталась девочка 2 года. Американец? Ну, он, да, он был американский гражданин. Я помню. Вот, и не будем называть его другую. Да. Но, к сожалению, так случилось, что девочка осталась сиротой, и бабушка, и сестра этой девушки пытались получить визу. То есть маме, то есть бабушке дали визу, а сестре русской, сестре, которая разговаривает английским языком, которая могла бы помочь, ей отказали в выдаче этой визы. Даже не мотивируя ничем, просто говоря, грубо говоря, отказали. Поэтому, ну, с одной стороны, когда у человека такое горе, когда человек точно, наверное, не едет сюда остаться, зарабатывать где-то что-то нелегально, ну, для меня это было так вот. Ну, неприятно услышать, что все-таки консульство не услышало, хотя у них была поддержка и со стороны МЗС Украины, и со стороны консульства генерального в Чикаго. То есть уже была абсолютная поддержка на всех уровнях, тем не менее они отказали. У меня были такие случаи, когда ко мне обращались и писали, когда детей, которые выигрывали scholarships в Америке, полностью на содержание в scholarships, двум девочкам отказали. Потому что они молодые, красивые девочки. И естественно, что был такой риск, что они останутся тут
И, то есть, представляете горе этого ребенка, который учился, который выиграл scholarship, как не так просто выиграть full scholarship. И им отказали в выдаче визы. То есть, ну, очень-очень грустно, конечно, но ничего не поделаешь. Смотрите, я, насколько понимаю, то, что мы сейчас вот последние там, 30, чуть меньше говорим, вот все нововведения, которые происходят в иммиграционном законодательстве, ну, число сотрудников, да, этого офиса, офис уже не увеличилось, да? То есть у них объем работы увеличился. Объем работы увеличился, планируют увеличение количества судей, потому что суды завалены делами, и сейчас назначают рассмотрение индивидуальных слушаний на 22-й год. То есть вы можете себе представить, какая очередь в судах. Да, то есть судьи могут рассматривать определенное количество дел за день, и, естественно, они не справляются. И поэтому... Но, с другой стороны, был у нас случай, когда и судьи тоже, грубо говоря, бьют по макушке за то, что, может быть, они слишком лояльно относятся к иммигрантам, потому что был вот у нас случай в Филадельфии, я помню, в прошлом году, когда... Я не считаю, что судья был в чем-то неправ или был лояльный к иммигранту. Судья просто хотел убедиться, что иммигрант получил надлежащим образом то, что называется нотис, то есть он был извещен о его правах и о судебном слушании и так дальше. Но, как говорится, его за это не... По голове не погладили, и, насколько я знаю, что достаточно так жестко к нему... Ну, смотри, если я правильно понимаю, значит, почему увеличивать количество судей? Потому что, значит, в офисах увеличился объем отказов. Да, объем отказов, да. То есть процентное соотношение. Но, опять же, это не зависит от того, что людям отказывают, потому что у них плохое дело. Опять же, отказы, высокий уровень, высокий процент, потому что много очень дел было подано пустых. Просто люди понимали, что они могут подавать... грубо говоря, ну, пустые документы, там, документы, которые не базировались на чем, только для того, чтобы потом получить право на работу. И поскольку очередь на рассмотрение дела была 3-4 года, то люди думали, я подам кое-что, но получу право на работу. И сейчас все эти дела, грубо говоря, пустые, они все завалили работу судов. Потому что для того, чтобы предотвратить подачу вот таких вот заявок, иммиграционная служба изменила порядок рассмотрения, поэтому... Когда-то документы рассматривались в порядке очереди по мере их поступления. Потом документы, начиная с прошлого года, начали рассматривать с конца, таким образом не давая возможности людям ждать, пока их дело идет на рассмотрение, назначая сразу собеседование, чтобы они не могли получить право на работу. Таким образом, отбрасывается изначально возможность, да, возможность такую вот. Ну и они начали двигаться как раз к тем делам, которые... были поданы 2,5-3 года назад, и, естественно, там было большое количество дел, которое все-таки сейчас идет массово в суд. У меня, не то чтобы сейчас возник этот вопрос, но вы человек в этой сфере, так сказать, свой. Вот. Есть ли такая статистика? Потому что, ну, в газете, в интернете, так сказать, ну, в средствах массовой информации мы читаем о том, что если даже какой-то мигрант получил американское гражданство, он совершил какой-то проступок, его могут лишить гражданства и депортировать. Но... Такая статистика есть вообще? Но дело в том, что за совершение проступка или даже преступления депортировать не могут гражданина, человека, который получил гражданство. Можно потерять это гражданство, если гражданство или изначально статус, который привел к гражданству, был получен путем обмана или подачи заведомо ложной информации, фальсифицированной информации, поскольку тогда сам следующий процесс получения грин-карты и гражданства основан на лжи. Но если, к примеру, человек уже получил гражданство и, грубо говоря, его поймали за выпивку за рулем или даже за наркотики, то нет, его гражданство не могут лишить. Поэтому это почему всем нашим клиентам, у которых растут сыны, которые уже там в подростковом возрасте, я всегда говорю, ребята, получайте гражданство очень быстренько, потому что, чтобы ваши дети могли быстро пройти с вами, потому что дети до 18 лет проходят автоматически с родителями. Таким образом, если, не дай бог, ваш сын или дочка попадут в какую-то историю с друзьями, которые, может быть, будут не очень хорошие друзья, или, ну, всякое в жизни бывает, таким образом ваш ребенок будет защищен тем, что у ребенка уже был статус гражданина США. Потому что если у кого-то статус гражданина США, и человек совершает какой-то такой проступок, и у кого грин-карта, то последствия могут быть совершенно разные. Вот о чем я еще хотел с вами поговорить. Ну,
продолжение той темы. Вот я знаю, что вот буквально последняя новость в иммиграционном законодательстве, которую я знаю очень, очень много, что теперь, когда я хочу получить визу, я имею в виду, вот, пишу, заполняю анкету на визу, а теперь должен указывать свои аккаунты в социальных сетях. Да, да, да. Представим, откуда у... Ну, насколько я знаю, я не думаю, что там вот, скажем, в консульстве Америки в Ташкенте при посольстве, там их человек 20, я думаю, что там 4 человека. Они будут вот так каждого человека выслеживать, что он... Они хотят иметь на это право. Да, да, да. Да, они не будут выслеживать каждого человека. Вы знаете, вот в форме на грин-карту существует такой очень, на первый взгляд, странный вопрос. Но на самом деле, это очень такой умный вопрос. Вы совершили ли вы когда-либо преступление, за которое вас не арестовали? Да? Ну вот какого рода это вопрос? Странный вопрос сам по сути, да? Но если человек совершил такое преступление и скрыл это от иммиграционной службы, и когда-то иммиграционная служба выявит, то не будет проблемой тот факт, что он совершил это преступление, а будет проблемой тот, что, то, что человек скрыл обманул, и обманул, понимаете? Да. То есть вот точно так же с этим вопросом о всех аккаунтах, профилях и так дальше в средствах массовой, в средствах социальной... Ну, хорошо, ну вы же знаете, что, например, я могу, там, не знаю, луналикая солнечная зарегистрировалась. Наверное, имеется в виду, что я должен там все свои цели. Но здесь еще один, вот сейчас вы сказали про анкету на грин-карт. Я вот последний тоже, опять же, слышал, что оказывается теперь вот в этой анкете надо будет указывать действующий свой загранпаспорт. То есть такого не было, то есть паспорт раньше не указывался. Ну, может быть, раньше, много лет назад, но вот все документы, все анкеты, которые я вот помню сейчас, там всегда указывается, во-первых, номер документа. Ну, я имею в виду, вот это есть так называемая лотерея грин-карт, там же не было раньше паспортных данных, никто не просил. Ну, во-первых, когда вы выиграли лотерею грин-карт. Нет, до того. Ну, сейчас вот, я вам скажу. Да. Когда вы выиграли лотерею грин-карт, недостаточно ее выиграть, нужно еще завершить процесс иммиграции. Да. Когда вы завершали процесс иммиграции, вы, естественно, завершали его по своему законничному паспорту, и вам ставили визу в паспорт. Поэтому там этот вопрос был, и да, даже в старых формах, где с 260-х, которые когда-то были 4 странички, там этот вопрос тоже был, и документы шли по заграничному паспорту. Во всех анкетах, которые я помню при своей жизни, тоже всегда было, куда вы въехали, какого числа вы въехали, по какому паспорту и документу вы въехали, и какой ваш arrival departure record, то есть I-94 record. Всегда был этот вопрос. Это такой тоже форма. Да. Так, ну давайте немножко, это, у нас совсем мало времени осталось на самом деле. На прошлой нашей передаче мы обсуждали некоторые вопросы взаимоотношения вот между узбекистанцами и другими общинами стран Большого Союза, которые живут здесь. Вот. Русская Филадельфия, да, условно. Вот мне хотелось поговорить с вами об этом тоже, и вот как с адвокатом, наверное, и как человеком, одним из лидеров украинской диаспоры, да, в Америке. На каких принципах да, это должно строиться, вот эти взаимоотношения, как вы думаете? Вот своего соседа любить тебя гораздо труднее, наверное, чем все человечество? Ну, мне кажется, во-первых, нужно всегда уважать других людей и уважать мнение и право человека на другое мнение. Потому что, вы знаете, мы можем смотреть на одну и ту же стену, мы можем ее описать по-разному. Вы скажете, она белая, я скажу, она прямая, но это не будет означать, что вы или я правы, или неправы. Так, то есть, во-первых, мы все живем в Америке. Мы приехали сюда, чтобы жить в стране, которая уважает законы, которая толерантна, которая была толерантна к нам. То есть я лично была всегда поражена тем, как эта страна приняла меня, как, с какой толерантностью американцы относятся к нам, ко мне лично относились. Поэтому точно так же я считаю, мы должны относиться друг к другу. У каждого из нас есть своя культура, свой язык, свои какие-то национальные достижения, которые наши страны, наши народы достигли. Это все очень прекрасно, потому что Узбекистан – это страна с тысячелетней историей, точно так же, как и Украина. Поэтому нам есть чем гордиться, нам есть чего учить наших детей. Но, опять же, это должно быть очень такое, мне кажется, достаточно умный симбиоз того, что мы любим, и понимание, где мы живем, и что у нас должно быть на первом месте. Потому что, ну, давайте не забываем, что мы живем в Америке. Мы благодарны этой стране за то, что у нас есть кровь над головой, что у нас есть достаточно комфортная жизнь, что мы пользуемся этой системой, которая, может быть, не идеальна, но все-таки она работает достаточно хорошо для того, чтобы привлечь нас сюда. Поэтому, в первую очередь, моя благодарность всегда этой стране.
за то, что она есть, за то, что она работает, за то, что все-таки наша вот эта вот судебная система, что наше правосудие все-таки, опять же, не идеально, но работает. Да, да. Поэтому и это нужно просто переносить даже на наши отношения в каждый день, что давайте будем уважать друг друга, с пониманием относиться к культуре друг друга, с пониманием относиться того, что кому близко, и поддерживать друг друга, потому что я считаю, что это очень важно, поддерживать друг друга в той стране, где вы не родились, которая вас приняла, но все-таки свои корни, своя идентичность, она играет очень важную роль. И я даже знаю, вот по детям, которые растут в семьях иммигрантов, которые изначально хотят быть как все, как американцы, разговаривать только на американском языке, а потом они вырастают, и они опять начинают тянуться в свои страны, в свою культуру, в свое общество. То есть это очень хороший, красивый процесс, когда мы любим новое, и когда мы помним о том, откуда мы. Я каждый раз это хочу вас это спросить, тоже дети есть? Да, моему сыну будет 4 июля 22 года. Он у меня военный медик, он пошел в американский Navy, это морской флот. Ему очень нравится, он сейчас служит в военном госпитале во Флориде, поэтому я его ожидаю в его отпуск, но точно так же я горда тем, что, к примеру, в этом году он был отобран возглавить американскую делегацию на международных учениях, которая делегация будет возглавлять американских Navy-тим, которые mm-hmm. поедут, кстати, в Украину, в Одессу. Mm-hmm. И он очень рад тем, что именно ему позволили и отобрали его возглавить эту группу, которая будет именно в Одессе. Поэтому для него это большое счастье. Для меня это большое счастье, что все-таки мой сын, хоть он вырос в Америке, хоть он служит в американской армии, в американском флоте, но тем не менее он помнит Украину, он ее любит, он разговаривает на украинском языке, он очень горд, что он едет туда помогать Украине. Это, наверное, частично воспитание тоже. Наверняка. Да. Можете нам рассказать, кто был самым важным человеком в вашей жизни? Это очень интересный вопрос. Наверное, все-таки мой сын и мой муж, потому что мой сын меня в какой-то мере тоже воспитал, потому что, будучи украинской мамой с такими украинскими подходами, воспитывая ребенка, который растет в американском обществе, мы прошли очень много таких моментов, когда нужно было себя пересмотреть, чтобы и его не поломать. Поэтому он для меня такой вот был, такая вот вещь в себе. Для меня очень было важно, чтобы у нас были очень хорошие отношения на всю нашу жизнь. Ну и я очень благодарна также своему мужу, которого я считаю образцом мужа, мужчины, юриста, адвоката, который очень интеллигентный, умный человек, который меня научил очень многому всему. Я очень благодарна моим родителям. У меня просто чудесные родители, папа и мама, которые, наверное, заложили все вот эти вот вещи, которые я считаю правильными. И из общины у меня есть все-таки вот один кумир мой, которым я очень так всегда, на которую я всегда так равняюсь. Это президент Украинской Федерации Зеня Чарник, она доктор. Это уникальная женщина, которая... Когда вот я ее встретила, мне всегда, я в это время еще была достаточно молодой, и я смотрела на нее, на профессионала, который вот жил очень такими высокими принципами, работая, давая себя в общение. И для меня она всегда была таким примером, каким человеком я бы хотела быть. Поэтому вот эти вот близкие люди, они меня, наверное, сделали, я им очень благодарна. Спасибо. Дорогие радиослушатели, первая часть программы «Сорвановый» подошел к концу. Я благодарю нашего гостя, Анатолия Гермазова, за участие. Спасибо вам, мне очень приятно. Ответы на ваши вопросы. А вам, уважаемые, хочу напомнить, по всем интересующим вопросам, можете обратиться в ее офис по адресу 2 Park Lane, Fisterville, 19053, ZIP-код, и телефон 215-636-0993 или 215-364-1200. Смотрите, не до учебы, но не до стороны, не говорится, от Яхима Мохта, если это был Таван, был Мехмановыз, адвокат Ирина Мазуриды. Сызды Хызырген Барча Саудадна, Беоста, адвокат Ирина Мазуриды, Идорасский Мурожат, Кыш Мумкин, Икки, Парклей, Фестерин, Зипкод 19053, телефон 215-636-0993, 215-364-1200,
улыбки 00. Ирина, спасибо большое. Спасибо вам. Уверен, что нас слушают. Непременно воспользуются вашими советами, потому что вы не первый раз, и мы вас всех хорошо знаем. Спасибо. Вот. Точно. Сейчас на нашей волне выпуск новостей. Мы продолжим буквально через несколько минут. Мы ждем в гости доктора Изольда Лишанский. А за радио Филадельфия, Токурада и Ангели Кляр. Бөрмечем үттен соң бауым етамыз басқа каналына өтіп кетмеңдер. Так, я пошла I'm gonna take you to the top.